Добрый день и раньше, и гости нашего славного города. В преддверии Нового года Дом детского творчества приглашает вас в наши стены. Для дошкольников и учащихся первых и вторых классов мы предлагаем новогоднее театрализованное представление в мастерской Деда Мороза. Учащихся третьих и четвертых классов мы приглашаем посетить театрализованное представление «Новая зимняя сказка». Всех остальных мы приглашаем на новогоднюю мандариновую вечеринку. Вас ждут веселье, смех, шутки, конкурсы и прекрасное настроение. Дом детского творчества приносит Новый год в каждый дом. Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас и вашего ребенка с наступающим праздником. Подарите праздник вашему ребенку, ведь каждый достоин этого. Если вы и ваши друзья уже решили, где будете встречать Новый год, но начальник решил, что это будет работа, не отчаивайтесь. Красноносый дед со своей внучкой и мешком подарков придет и поздравит вас прямо там. 2 января все желающие ребята могут продолжить встречать праздник в Доме детского творчества на городской елке.